Таня, тут юзается барабаны от цветов, идут они наламывать Т3, у-у-у, как Т3 быстро спиливают. Ну, юзается глиф, все дела, но тут уже как бы дефать некому пока что. А ВР-то, смотрите, пушит ВР-ка. Ой, кошак что-то орет, но с кошаком разберемся позднее. Ставится фисура от шейкера на мили-бараке, я думаю, что уже не спасти. Да, сносится мили-бараки, цем что-то, ну, кинуло, ну, как бы. Ой, Ару, хороший от Мираны, Ару попал в цемку, полетела ракета с клыка, Мирана пошла нарезать, стан от Виндину, до свидания. Мегакилл делает Фервиан. Так, ну, ребята, на самом деле, тут как бы админы снесли лайн, да, ну, тут ВР, правда, пушит низ, то есть пошел тут лид пуш, пришла Винга дефать, ну, и получила шейкл-шот от ВР, как всегда божественный ВР, видит, что туда делает ТП у нас лич, и решила валить подальше, подольше. Фух, ребята, игра, конечно, жесткая довольно-таки, там постоянно то админ решает, то инвокер решает, ну, там ВР-ка, все дела. Ой, ВР-ку поймали, поймали ВР-ку Мирана с клокверком, хороший кок от клока, но ВР-ку не видят, потому что она под лотаром, даста ни у кого нету, но сейчас закончится кок, и ВР уйдет. Ой, хороший был санстрайк от инвокера, только в кого, зачем, юзает Мекку здесь Виндранерка, не знаю, спалил ее клокверк или нет, но очень рядом Мирана. Все, вот Мирана точно увидела, Ару сейчас был небожественный, юзает снова лотар. ВРК прилетели, смотрите, торнадо от инвокера неплохой, кстати, сейчас полетел, если не ошибаюсь. Так, шейкер уже с даггером, это хорошо. Бэтрайдер, есть у тебя даггер? Нет, у Бэтрайдера пока нету даггера. Так, тут ликантропу инвокер ЕМПшкой выжиг 400 маны. Ой, посмотрите, БКБ, ульта, вот это ликан, конечно. Просто ничего не жалеет, у него уже БКБ 7 секунд. Да ну, зачем было так? Ну там же только инвокер. Полетел метеор, ну да, метеором инвокер дефит немножко. Мистик стат, ну, дружаня, давай покупай себе там же Войтстон, ультимейт орб, к примеру. Ой, пошли врываться на инвокера, лич с вингой, ультует лич, куда ты ультуешь, крипов улетел, хотя плюшка какая сейчас была бы жесткая по инвокеру, но он в инвизе. Свапает его винга, висит на даст на инвокер, ну все, до свидания. Вот врывается, вот хороший врыв у нас от шейкера, убили вингу, мало хп у лича, очень хороший шикушот от верки, убивает лича, пол хп у ликантропа, ну все, ультует бетрайдер, до свидания ликантроп, точнее до свидания Аегис. Еще и выжил инвокер, вот это провал, сейчас вот ликантроп встает, тут же получает шейкер в лицо. Ну и все-таки до свидания ликантроп, на самом деле, из ветров хотел как просто стелить нагибатор, но... Так, а что не понял, что происходит? А, Мирана ультанула. Ой, ультует у нас ликантроп. Сейчас инвокер, наверное, решит. Ой, нет, пришел клокверк нагибать инвокера. До свидания, инвокер. Вот инвокер, это до свидания. Все-таки добегался инвокер, ультует ликантроп. Ушел, конечно. Тут клокверк дерется с шейкером. Мало хп, как у шейкера. У клока барабан. Скоро будет агоним. Уже, точнее, есть деньги у него на агоним. У клокверка у нашего Фервиана. Так, гонится здесь за реплей фуродом. Ну, тут как бы... Ой, Ягами сейчас... Такая стрела не очень, на самом деле, стрела. Диффузы второго уровня есть. Ну, сейчас одна тычка просто от Бэтрайдера, и до свидания. Ну, ладно, две. Вот теперь до свидания. Сбили там Unstoppable Fervia, ну... Кто убил? Цемка, сурово. У Цемки так ничего и не прибавилось, но пора еще что-то прикупить, интересно. Так, ну, Ликантроп ушел фармить, ну да, чё бы и нет. Ой, ребята, уберу-ка эксплитик. 1227 человек нас смотрит. Не знаю, откуда столько, но это, конечно, очень приятно. Ягами божит стрелами. А верни фольгой микрофон. Ну, я попробую. Если ты меня не толсто троллишь, то я попробую.